прекрасная семья. Они полюбили тебя. И мои полюбили тебя. Бахар, Джан, Эйшан. Хотя Эйшан очень трудно понравиться. Почему ты решил, что они полюбили меня? Не знаю, просто у меня такое чувство. Ты быстро входишь в доверие. Я думал, что я способен на многое, но ты переплюнул меня. Можно подумать, что я совершаю что-то ужасное. Нет, что ты. Я говорю, что люди доверяют тебе. По твоему желанию, я отказался от казино. Я заложил свой дом и гостиницу. Если ты помрешь или что-то тебе взбредет в голову, я останусь гол, как сокол. Ну что ты? У тебя есть друзья, родственники? Да. Правильно мыслишь. Приехали. Ты стал постоянным гостем в нашем доме. Пригласи как-нибудь, и я приду к тебе. Конечно, приходи. Эйшан сказала, что у тебя красивый дом. Ей Бахар сказала. Наверное. Наверное, она сказала ей. Передавай всем привет. Лучше ты передай привет от меня. Ты видишь их чаще, чем я. Камиль, что делает Эйшан? Я хотел тебе звонить. Она вышла из дома с Джаном, но взяла с собой чемодан. Она вышла в спешке, будто она... Будто что? Говори, Камиль. Будто сбегает. Прекрасно. В первый раз происходит такое. Что я сделал не так, Камиль? Мы практически поймали их в ловушку, но они ускользают от нас. Мне следить за Эйшан? Не знаю. И Тафик не отвечает. За кем следить, не пойму. У меня плохое предчувствие, Камиль. Надо найти дядю. У меня на душе неспокойно. Где он может быть? Где мы его не искали, Эзель? Конечно. Как мне не пришло это в голову. Поезжай к дому Сельмы Ханым. Дядя не оставит ее одну. Ищи правила не в счет. Когда игра закончится, ты поймешь, что тебе больше некуда идти. Проклятие. Где ты, Тафик? Алло. Нашел? Сообщи хорошие новости, Камиль. Мне они сейчас необходимы. Я нашел. Но лучше тебе приехать сюда, Эзель. Наверху кто-то есть. Дядя? Нет, посторонние. У входа несколько человек. Еще стоит машина. Приезжай сюда, так будет лучше. Я не заметил сначала, только потом увидел.
В самый последний момент. Дядю. Он пришел раньше меня. Стоит и наблюдает со стороны. У меня сложилось впечатление, что он остался один. Приезжай. Приезжай, так будет лучше.